Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. У микрофона Майкл Мелехов, руководитель центра. И сегодня у нас понедельник, в Чикаго 9 часов утра, на восточном побережье 10 часов утра, на западном Сан-Франциско, Лос-Анджелес только 7 часов утра. Ну, а в Москве уже 5 часов вечера, поэтому с большим удовольствием россияне, которые никогда не выключают своих смартфонов. Чего их выключать, правильно? Сегодня мы же в мире информации находимся, так скажем, один очень и очень большой эгрегор информативный. Могут элементарно набрать тройное W sungatesradio.com и слушать нашу программу, которая обещает быть очень интересной, поскольку на связи у нас очень интересный человек, которого зовут Сергей Мельников. Это западный шаман. По всяком случае, так он себя называет. Кстати, здравствуйте, Сергей. Я рад вас приветствовать, приветствую всех радиослушателей. Да, и вот, кстати, это почему западный шаман? Ну, они же не обязательно должны быть восточными шаманами. Я бы сказал так, что сама эта кличка, она пошла, возникла, наверное, лет 15 назад, когда я очень сильно увлекался кастанедой, и тогда впервые я вышел в интернет, зарегистрировался на первом форуме, и там была рекомендация, значит, выберите себе какой-нибудь ник, который бы отражал ваши качества. Я задумался, а вот что мне вообще, какие мне качества. И мне, поскольку кастанеды там все про шаманов, я думаю, ну вот пусть будет западный шаман, а там бы в партии Нагваля Дона Хуана один воин, значит, он был западного направления, они делились на разные направления, он мне нравился, вот я и выбрал себе кличку «Западный шаман», с тех пор так она и осталась. Да, так оно и пошло, понятно, ну, хорошо, хорошо. Ну, давайте мы, с этим мы разобрались, давайте мы перейдем к главной теме нашей программы. Мы в прошлой нашей передаче говорили о том, что как бы каждому человеку желательно бы определиться со своим и предназначением, и с тем, кто он есть, этот человек. То есть мы, естественно, с вами. То ли мы тела, то ли мы души, то ли мы все вместе. Ну, и вы рассказывали о вашем, так сказать, пути, и как вы к этому относитесь. Ну, вот, пришли мы к выводу такому. Ну, прежде чем вот с этим разобраться, и если мы уже, так сказать, ну, допустим, как-то определились о том, что мы не только тела, а мы еще и души, вот как идти к этому пути, какие методики мы можем использовать. Ну, и одна из самых таких известных, и одна из самых эффективных методик – это медитация. Давайте мы поговорим о медитации. Медитация, что такое, во-первых, медитация, как вы к этому относитесь, и как к этому относился мудрец Йог Патанджали, который, в общем-то, принес в мир систему восьмиступенчатую систему аштанги-йоги. Ну вот, давайте вот так. Я бы сказал так, что в одной из первых строчек йога-сутра Патанджали говорится следующее. Йога есть удержание материи мысли, чита, от обличения в образы, в ритте. Вот, в этом суть метода йоги. И я, помнится, когда начал читать йога-сутры, вот я эту строчку прочитал, и меня просто, так сказать, очень сильно это впечатлило, потому что интуитивно, где-то подсознательно я подходил к этому, да, что вот есть деятельность нашего ума по созданию различных форм, в том числе и систем представлений, классификаций и так далее, а есть нечто другое, совершенно иной способ делания, его можно назвать неделание, когда мы уходим вот в некую глубину своей собственной сути, и это нечто качественно иное. И вот в йога-сутрах, собственно, вот этот метод и описан. Все остальное, по сути, следствие этой вот строчки. И я рассматриваю медитацию именно как способ остановки мысли, но без прекращения осознанности. Потому что осознанность неосознанно. Мы останавливаем мысль каждый раз, когда засыпаем сном без сновидений, но просветленными мы не просыпаемся от этого, потому что мы себя в этот момент не осознаем. Поэтому медитация – это способ прекратить думать, но не прекратить осознавать. То есть некое качественное иное осознавание себя.
Вот. И дальше, соответственно, существуют различные вспомогательные инструменты, которые способствуют этого состояния достичь. Я по своему опыту выделил несколько основных элементов в практике медитации. Вообще, кстати, слово «медитация» латинское. Изначально оно в прямом переводе означает «размышление», то есть направление мысли на какой-либо объект. И, соответственно, как только мы достигаем какой-то концентрации, то мы уже как бы медитируем. И можно сказать, что первые навыки медитации мы получаем уже в нашей самой что ни на есть обычной жизни. Но именно как отдельная практика, она становится доступна, когда мы уже освоили, так сказать, адаптацию к окружающему миру и можем позволить себе нечто большее. И возникает эта потребность, потому что если человек еще не освоился с решением, так сказать, нормальных человеческих проблем, то ему будет уже еще не до медитации. Вот. И, соответственно, здесь важен навык расслабления, во-первых. Потому что в современном мире мы привыкли к тому, что нужно напрячься для того, чтобы чего-то достичь, вот, приложить усилия в той или иной форме, будь то усилие физическое или усилие ментальное. Чтобы достичь своей сути, необходимо, наоборот, расслабиться. И вот это умение расслабляться, оно достаточно важно. Вот. И, во-первых, это физическое расслабление, умение расслаблять мышцы физического тела, потому что у нас очень много всяких зажимов, особенно в мелких мышцах, вплоть до каких-то спазмов сосудов, но их не так просто бывает расслабить. А вот мышцы тела, вот, там тоже есть мелкие напряжения, которые, можно сказать, постоянно оттягивают на себя энергию. И первая составляющая расслабления – это умение расслабить физическое тело свое расслабить. Далее необходимо уметь расслаблять свое эмоциональное тело или эмоциональную составляющую, то есть перестать волноваться по какому-либо поводу. И в том числе перестать ждать какого-то результата от практики, что вот сейчас как практиканем, сейчас как вот просветлеем. Вот, то есть ожидание результата, в принципе, тоже можно отнести к эмоциональному переживанию. Важно уметь абстрагироваться от них и, соответственно, не испытывать никаких явных чувств, никакой экзальтированной там радости или печали, а вот некое спокойное, уравновешенное состояние, когда вместо эмоций у нас возникает некое всеобъемлющее ощущение, чувство реальности, мы присутствуем полностью здесь и сейчас. И расслабление ментальное, которое тоже не просто достигается, это значит, мы должны перестать знать. То есть перестать знать, кто мы, зачем и каков этот мир, потому что именно картина мира достаточно сильно нас фиксирует. И мы должны допустить, что на самом-то деле мы не знаем, кто мы. Вот. Нет у нас полного знания, мы не знаем, как устроен мир. Или вот эта формула ментального расслабления, вот мне очень нравится у Сократа. Значит, он сказал, я знаю, что ничего не знаю, но некоторые не знают даже этого. Вот, то есть, когда мы вроде бы знаем, осознаем, но мы допускаем, что у нас нет, что наше знание не истинно. И вот этот комплекс, первый шаг, да, физическое расслабление, эмоциональное спокойствие и вот это вот, можно сказать, отсутствие фиксации на своем знании, вместе они открывают некую дверь для следующего шага. Ну и дальше уже можно говорить о каких-то более глубоких шагах. Вторая составляющая, всего я выделил четыре таких наиболее явных элемента для себя на практике. Вторая составляющая – это позиция наблюдателя. То есть после того, как мы расслабились, мы должны войти в состояние наблюдения. Обычно мы, можно сказать, осознанно или нет, постоянно в состоянии делания. То есть мы делаем что-то, там в уме своем или еще где-то. Вот. А, соответственно, позиция наблюдателя означает, что мы не вовлекаемся ни в какие действия, ни психические, ни физические, но мы наблюдаем. То есть у нас идут какие-то мысли, какие-то ощущения, чувства.
И дальше мы просто созерцаем, что же происходит, как будто к нам это не имеет никакого отношения, вот как природное явление, которое как бы происходит вне зависимости от нас, где-нибудь как ветер за окном. Также и мысли, чувства, они как бы движутся сквозь нас, нас не затрагивая. Если мы входим в это состояние качественно и правильно, без, не пытаясь ни оценивать, ни контролировать эти мысли, ни подавлять, но просто не вовлекаться в них и смотреть как бы сквозь них, потихоньку входя во все более глубокое созерцание, то, соответственно, все больше становится созерцание, все меньше мышления, все меньше делания, и в итоге мы достигаем остановки мысли. Естественным образом мысли сами начинают потихонечку успокаиваться, поскольку именно наше отождествление с ними, оно и работает для них своего рода батарейкой. Когда мы убираем свое отождествление, они просто исчерпывают свой заряд и естественным образом успокаиваются. И вот на этом этапе важен третий компонент – осознанность, который, ну, описать довольно сложно, поскольку это не мысль, которую мы думаем. Вот это можно, наверное, что такое осознанность, можно понять на примере сна и бодрствования. Вот наяву мы знаем, что мы не спим, а откуда знаем? То есть это не мысль, то есть мы не думаем, там, я не сплю, да. Это некая вот осознанность более повышенная. Во сне мы тоже можем думать, что не спим, да, но в состоянии большей осознанности мы можем вспомнить свои сны. А в состоянии меньшей осознанности мы не можем вспомнить, что бодрствовали, да? Если, конечно, во сне мы не практикуем осознанные сновидения, тогда это уже не совсем сон получается. Вот, то есть состояние большей осознанности, оно выглядит как пробуждение. Вот, состояние меньшей осознанности выглядит как засыпание. Соответственно, когда мысль останавливается, есть риск перестать медитировать и начать спать. Потому что вместе с выключением мысли часто падает вот тонус нервной системы, и организм это рассматривает как сигнал, а теперь спим. Вот. Но важно не заснуть, а сохранить осознание. Вот. То есть быть осознанно в этом, осознанно присутствовать в остановке мысли. И тогда вместо сна возникает некое такое переключение в измененное состояние или, можно сказать, в медитативное состояние. Ну и дальше, как глубоко мы сможем зайти в эти медитативные состояния, зависит от четвертого, в том числе, компонента. Это намерение или наша мотивация, зачем мы все это делаем. Потому что я бы сказал так, что вот если человек там сравнить, условно говоря, с кораблем, что корпус – это тело, двигатель – это практики, а мотивация – это штурвал, то есть куда мы все это направляем. То есть если мы неправильно рулим, то на каждый Титаник свой айсберг найдется. Даже если у нас там здоровое тело, мощные практики, но неправильная мотивация, то как бы далеко мы не уплывем. Соответственно, человек, он чего-то хочет, и это вполне естественно. Вот. Кто-то начинает медитацию, чтобы избавиться от стресса, кто-то там, чтобы, ну, просто из любопытства. Эта мотивация достаточна для того, чтобы начать и испытать какие-то первые опыты новых состояний. Но чтобы двинуться дальше, нужна более всеобъемлющая цель. И я бы сказал, самое правильное, с моей точки зрения, это намерение достичь единства со своей сущностью, единства с духом, который как бы один на всех, одновременно у каждого свой, просто ради него самого. Не ради того, чтобы стать лучше, здоровее или что-то, а просто ради него самого. Но эта мотивация, она не так просто возникает, потому что человек все равно он хочет извлечь какую-то пользу более конкретную, и это вполне естественно. И он ее извлечет, безусловно. Вот, потому что человек всегда получает то, что он хочет, рано или поздно, но он извлечет ее вместе со всеми сопутствующими факторами, поскольку в колесе сансары, если ты что-то взял больше, чем надо, рано или поздно маятник качнется в другую сторону. Вот. Поэтому
желания какие-то, например, избавиться от стресса, стать более успешным, потому что человек, например, который способен балансировать себя, он более трезво смотрит на мир, и внутренний баланс отражается во внешних ситуациях, то есть он становится более успешным социально. Это вполне тоже возможно. Но дальше, как бы, есть следующие ступени, на которые можно ступить, только изменив свою ситуацию. И я бы сказал, что вот эта вот мотивация должна постоянно пересматриваться. Но это уже в стратегическом, так сказать, масштабе, не сразу об этом речь идет. Но, например, если человек подсознательно решил, что медитация это только кайф, вот, то при первых же трудностях у него возникнут сомнения, и он бросит практику, когда кайф кончится. А медитация это не только кайф, потому что из подсознания выходит кармический мусор, возникают чистки, и то есть состояние не всегда кайфовое, иногда не очень. Вот, то есть вот эти четыре элемента основных, по сути, это расслабление, невовлеченность, осознанность и правильная мотивация, или то, что называется бхакта, преданность, то, что мы делаем это все во имя духа, ради него самого. Вот эти четыре элемента, если они правильно присутствуют, они способствуют успешной практике. Понятно, но вы сейчас определили достаточно серьезную систему, вот обрисовали все это, но эта система, так сказать, вот как вы, я так полагаю, объясняете вашим студентам, и это комплекс шагов, которые надо пройти, я бы так сказал, не знаю уж как восьмиступенчатая или там многоступенчатая система, но к этому надо потихонечку идти. Но вот как себя подготовить, вы тоже объясняете, так как и Патанджали, яма не яма, пратисхара и так далее, или у вас это все по-другому происходит? Я бы сказал так, что вот принципы ямы и не ямы я действительно открыл заново для себя относительно недавно. Опять же, есть такое свойство в моем пути, по крайней мере. Я что-то смутно, интуитивно там частями выхватываю откуда-то, а потом вдруг я обнаруживаю, что это уже давно сформулировано и уже приведено в систему гораздо более такую мощную, чем то, что пришло ко мне. И вот когда я готов это воспринять, то оно приходит. И вот принципы ямы и не ямы. У меня как бы получилось все наоборот, как ни странно. То есть сначала я начал практику медитации, а потом через нее я понял, как важны вот эти принципы поведения. То есть сказал так, что в обучении я сразу начинаю обучать медитации. Но я бы сказал, что эти 8 ступеней, которые описаны по Патанджали, они как бы идут одновременно. То есть одновременно меняется образ жизни, яма и не яма, одновременно необходима практика дыхательная, пранаяма, асаны, работа с телом, пратьяхара, свобода от органов чувств, способность быть независимым от них. И, соответственно, дхарана, концентрация, дхьяна, медитация, ну и самадхи как высшая ступень практики. Я заметил, что все эти вещи, они как бы идут параллельно и постоянно дополняя друг друга. И разделение вот это на 8 ступеней, оно довольно относительно. Хотя я бы сказал, что все эти 8 ступеней, они, безусловно, присутствуют. И поскольку сам я пришел вот от сознания к телу, то есть сверху вниз как-то у меня так получилось, то и обучение я провожу точно так же. То есть я вот обучать начинаю сразу медитации и пранаяме. Ну, плюс я вот когда начал вникать по-новому в учение Патанджали, я уже добавляю и яму, и не яму как дополнительное объяснение.
Вот, ну и другие вещи тоже. Вообще я ощущаю, что вот восьмиступенчатая йога мне близка, но в принципе есть родство и с другими традициями. Я не могу назвать себя вот прям йогом, вот, но именно вот эта вот восьмиступенчатая система действительно во многом резонирует с теми методами, которые я использую. Ну, ясненько. Хорошо, но люди пришли, они же пришли с какими-то своими, так сказать, своими впечатлениями. Они, допустим, вот просто ничего не знают, и в том числе медитация. Ну, кто-то занимался разными видами медитации. Вы им предлагаете убрать все свои наработки, которые были до того, и все свои предпочтения, которые были до того, или же все-таки это остается? А, ну, вы их как-то шлифуете, что ли, или направляете по тому пути, как вы считаете должно быть, исходя из своего опыта? Я бы сказал так, что вот именно информации о том, что такое медитация, какие ступени, ее довольно много. Я делаю упор на... То есть сейчас нет недостатка в информации, есть недостаток в прямом внутреннем знании. И я стараюсь человека подвести к его прямому внутреннему знанию, при этом это совершенно может не противоречить тем наработкам, которые у него уже есть, может противоречить, ну и дальше уже возникают различные процессы. Я бы сказал так, что вот эта практика медитации, она не исключает других методов. Я не требую того, чтобы люди просто расстались со всеми своими знаниями прошлыми. Но я предлагаю им почувствовать напрямую вот эту свою суть через остановку мысли. А приступить к этому человек может, по сути, с любого уровня наработок. То есть это не атрибут какой-то особой касты или особой расы практика медитации. Ну, мысли свои каждый может наблюдать, по сути. Вот. То есть это не какие-то чакры или энергия, которые не сразу видны, хотя в процессе практики человек может их и увидеть, но не, как бы, это более абстрактные понятия. А вот мысль свою человек знает в лицо, так сказать, и может с ней работать. Вот. То есть выходить из отождествления, наблюдать. И я предлагаю именно вот эту практику наблюдения себя. Ну и плюс дыхательная практика пранаяма. Вот. И дальше это человеку дает какой-то новый опыт. Вот. Еще также и в контексте этого опыта человек уже сам решает, нужны ему его наработки, которые у него есть или нет. То есть моя задача, как я ее воспринимаю, дать человеку напрямую почувствовать высшее я, а не рассказать ему, что это такое. Да? Хотя, конечно, информацию какую-то я пробую оформить, там делюсь своим опытом, но основное – это дать человеку возможность испытать этот прямой опыт. Из этого прямого опыта, ведомый своей душой, да, уже, можно сказать, вот этим своим внутренним учителем, он уже сам видит, насколько ему надо то, что у него было, насколько ему надо те стремления, которые у него были до практики медитации, это уже его выбор, основанный на новом опыте. И если Сергей, ты я пришел ко прошу. мне... Ага. Да, ну продолжите, да, закончите, а я потом задам вам вопрос. Ага, то есть если человек пришел ко мне, значит, его ситуация к этому подвела, значит, он уже готов. Вот, то есть сама ситуация, она уже что-то такое уже значит сама по себе. А, ну, два момента. Первый момент, или даже давайте я начну со второго момента. Ну, вот, допустим, вы для себя решили, вы занимаетесь, у вас нет другой работы, это вот ваша жизнь и так далее. Но люди приходят, они абсолютно разные. Они находятся в разных статусах, неважно там семейное положение, семейное, ну, в общем-то, они работают, к примеру. Вот те люди, которые работают, им очень тяжело ведь, наверное, отрешиться от каких-то повседневных дел, от каких-то привычных, рутинных занятий, которые они всегда делают, как в этом случае. И опять же, люди ведь приходят на разных уровнях своего сознания, и тела у нас у всех разные, скажем так. Какова эффективность тогда постижения, познания своего «я» тогда, как вот вы это определяете? Ведь цель-то именно эта.
Ну, эффективность разная, безусловно. И люди тоже разные. Вот. Я бы сказал, что как минимум существует два типа людей, да? Те, которые медитируют, чтобы расслабиться, и те, кто расслабляются, чтобы медитировать, да? То есть некоторые люди, они просто после работы, для них вот эта медитация – это некая отдушина. Просто глоток свежего воздуха, который их потом вдохновляет. Они черпают из этого, по сути, некое вдохновение и смысл жизни для себя. Вот. Другой тип людей, они хотят в корне изменить свою жизнь и встать на путь освобождения, но таких меньшинство. И те, и другие могут использовать один и тот же метод, по сути, но только будут достигать разных результатов в силу того, что у них разная мотивация. Потому что действительно все многообразие не предусмотреть. И в этом плане, чем более подробная система, чем более детально она описывает, что и как делать, тем больше вероятности, что она попадет на какой-то очень узкий круг людей. Поэтому я стараюсь не делать таких вот именно жестких рамок, только там 8 или 12 ступеней, да, только сначала вот это, а потом вот это. То есть я просто предлагаю остановить мысль и почувствовать. Вот Так, почувствовать изнутри. А? а сколько тогда у вас ступеней в вашей системе преподавания? Вот Или вы не так. определяли для себя такие ступени, Я как для это себя, определил? я понял, я выделил для себя вот 4 реальных уровня практики, которые я могу ощутить вот напрямую. Вот. Вы можете или ваши студенты могут? Я могу, ну а студенты, они, в принципе, есть и такие, которые тоже могут все эти уровни ощутить. Вот. Но, опять же, не все доходят до этого. Но те, кто доходят, они получают некий результат, который больше, чем то, что они себе представляли. Первый уровень – это уровень форм. То есть то, что первое, с чем мы сталкиваемся, когда начинаем вот эту вот практику самопознания и созерцания мысли, мы видим потоки форм, которые движутся через наш ум. Это образы, цвета, слова, все, что имеет форму. Дальше, если мы останавливаем этот уровень, то есть выходим из отождествления с ним, и он успокаивается, мы обнаруживаем себя на неком, можно сказать, в другом состоянии чистого осознания, когда уже потока форм нету. Но я бы условно назвал его уровень смыслов, то есть там есть некое прямое знание. Вот, например, даже когда мы не думаем о дереве, но мы знаем, что такое дерево, то есть некий смысл дерева в нас есть. Мы знаем, кто такой, кто мы такие там. Ну, грубо говоря, вот некие смыслы или свое там вот состояние мы осознаем. То есть вот, грубо говоря, некий поток бесформенной мысли, поток сознания такой. Вот. Если мы входим на этот уровень, на второй, в нем возможны инсайты, то есть когда мы вдруг начинаем понимать, как решить проблему, там, то есть видим смысл, суть. Вот, то есть на этом уровне мы можем разглядеть суть наших проблем, причем это происходит само собой, на все вопросы, которые есть в подсознании, начинают потихоньку возникать ответы, и мы получаем, скажем так, небольшие открытия внутри себя и озарения, как нам решить наши проблемы, которые нас напрягают по жизни. Вот. Следующий уровень, если мы вот этот уровень прошли, отработали, очистили. Третий уровень я условно назвал уровень «я». На уровне «я» там есть уже не смыслы какие-то, а вот именно, можно сказать, один процесс, который называется «я», «я», самосознание. Вот. И там уже есть некие типы света. То есть это уровень более глубокий. И я встретил очень много резонансов, когда читал тибетскую книгу мертвых. Там говорится о том, что в момент смерти, когда человек уходит вот уже от своего тела, он видит различные типы света и прообразы, формирующие нашу личность, основу нашей личности. Вот что-то в этом роде. То есть на следующем, более глубоком уровне человек видит различные типы света, формирующие его «я».
Также говорится в разных учениях, что вот наше «я» создано энергиями планет и звезд, да, вот отсюда сила астрологии, вот. Но это все различные описания, но когда человек видит это, то есть ощущает, и это не просто свет, который вот мы видим в физическом мире, да, то есть или цвет какой-то, это как бы такое совершенно особое состояние, мы впадаем в какие-то особые состояния, знания вот неких основ своего «я», и мы это свое «я» уже можем наблюдать со стороны. И когда вот этот уровень успокаивается, тогда, я бы сказал, возникает тот уровень, который максимум для меня был доступен, это высшее «я». То есть, и я бы сказал, что «я», вот наше смертное «я», оно возникает в момент рождения, и вот эти типы света, они как бы уходят к источнику в момент смерти. Высшее «я» – это то, что за гранью смерти и жизни. И там это вот некая, можно сказать, изначальная пустота или шуньята, как говорится в этом, по-моему, в буддизме, или вот естественное состояние у Патанджали, когда нет мыслей, есть чистое присутствие просто, когда человек находится в своей природе естественной. Вот, касание этого уровня, оно вот дает некое прямое знание своей души, но это знание уже не в виде образов или форм, это как особое вот, ну, сложно это описать. Дальше это можно описать в виде форм, вот, в виде каких-то образов или смыслов, само это нечто большее. И когда человек касается этого, само касание, оно утоляет некую жажду, которую ничто другое утолить не может. То есть каждый человек, он в той или иной степени испытывает какую-то внутреннюю неудовлетворенность. И эта неудовлетворенность движет его по жизни. В том числе он пытается эту неудовлетворенность, как сказать, забить какими-то материальными объектами, переживаниями, там, представлениями. Но все равно возникает некая неполнота. А вот это касание высшего «я», оно дает совершенно особую полноту и, ну, можно сказать, счастье, но это уже не эмоция в обычном смысле, это вот нечто гораздо более всеобъемлющее. Это вот четыре этапа, которые я заметил в практике медитации, если говорить вот об аспекте сознания. Дальше это влиять начинает на тело. То есть один из важных критериев успешности практики заключается в том, что естественным образом начинает меняться наш образ жизни, и, скажем, нормы поведения, которые описаны в яме и не яме, они становятся просто естественными, потому что иначе ты не можешь, когда ты, вот, например, ахимса, ненасилие, то есть когда ты побывал в этом состоянии, творить насилие уже просто противоестественно для тебя, или там какие-то другие вещи, воровство, например. Поскольку ты начинаешь осознавать единство всех существ, то, причиняя страдания другим, по сути, причиняешь себе. Вот. И чувствуя чужую боль, ты не захочешь приумножать боль в этом мире, как, под каким бы соусом, грубо говоря, это ни подавалось. Вот. Ну, допустим, если мы говорим о Бахимсе, то, в общем-то, это был один из, скажем, пунктов или одно направление, которое давал Будда, когда он пришел и обучал людей. Но он как раз-таки обучал же основная, ну, может, не основная, но, во всяком случае, главная часть заключалась в другом его учении о том, что человек должен как раз-таки уйти от своего, от своей принадлежности, осознания себя как какой-то личности, поскольку, ну, телесной личности, материальной личности, поскольку именно это и служит всеми нашими проблемами в этой жизни, поскольку мы что-то желаем, тело чего-то желает, оно не хочет болеть, оно страдает, оно что-то хочет, опять же, ему что-то надо. Если оно не получает это тело, то это, естественно, отражается на нашем эмоциональном ощущении. Поэтому вы применяете эту методику, именно вы объясняете вашим студентам именно вот о том, что мы все-таки не тела, и как это учил Будда, потому что, ну, вроде бы, как бы, учение это сводится к одному и тому же, но все-таки системы разные.
Да, безусловно, то есть мы это все едины, можно сказать, это высшее я, которое одно на всех и у каждого свое одновременно, это основное. Но я бы сказал так, что тело медитатора, оно, ну или там тело человека, который движется по пути развития, оно будет отличаться вот по своим параметрам. И это происходит просто само собой, как следствие. Вот. Я бы не сказал, что это цель. Но как следствие, тело меняется. То есть у меня, например, опять же, у каждого по-своему, все зависит от психофизики, от условий, в которых человек находится и так далее. Есть, например, такие жесткие утверждения, что вот если ты утвердился в ахимсе, то нельзя есть мясо вообще в принципе ни при каких обстоятельствах. Ну, допустим, если человек живет в тундре где-нибудь, где ничего не растет, вот, только рыбу ловить там можно или там дичь, ну, то есть чисто на вегетарианстве там может и не прожить. То есть, может быть, это не всегда применимо. То есть, поэтому вот в моем конкретном случае действительно так и произошло. Я просто понял, что мясо мне вообще не идет совершенно. Вот. И абсолютно без ущерба для здоровья. Хотя вот есть версии, что там без мяса не прожить, там белки и все такое. И можно вполне. Ну, в Вот. данном случае ваше тело, так сказать, сознание, точнее, оно было готово к неприему, то есть оно произошло, в общем-то, одновременно. Если мы единое и неделимое, body, mind, spirit, тело, ум, душа или дух, душа, то если одна часть готова, то и вторая будет готова, если мы так себя, если мы начинаем это все разделять, тогда, конечно, не будет готова она. В данном случае для вас было просто, вы к этому пришли. Ну, не сказать, наверное, просто, но тем не менее, вот так вот вы для себя решили, и поэтому никаких неудобств вы не испытываете. Но те люди, которые пришли, они готовы поменяться, у них тело может быть не готово. Ну, вот существует там система, допустим, так для себя придумывают курильщики, там, алкоголики. Вот сразу бросать нельзя, иначе можно отбросить там кое-чего. Так, надо потихоньку, то есть, значит, вот мы пили там 3 раза в день, как в одном фильме там Вицин говорил, а что, по 150 3 раза в день, и нормально. Так, а потом перешли на 2 раза в день, потом на 1 раз в день, потом раз в неделю, или вот так вот сразу, бах, все, бросил, закрыл, перестал есть мясо, перестал пить, курить, и все остальные вещи. Ну, вот как бывший курильщик могу сказать, что курение – это такая привычка, которая, когда я уже мясо не ел, а все равно курить хотелось. Вот. Я бы сказал, и от курева как раз я уходил постепенно. Вот. Причем я чувствую, что мне для здоровья не особо. Вот я покурю, и мне не очень хорошо. Но привычка испытывать вот определенные ощущения, как бы она осталась. И с этим, да, не так-то просто бывает расстаться. С мясом я расстался легко, а вот с сигаретой, да, это Ну, сложно. вот видите, ну, у всех по-разному, да, мы все разные, естественно, поэтому, скажем, я тоже курил, но в один момент я решил, что я не буду, и это было много лет назад, и с тех пор, так сказать, вообще ничего и ни одной. А довольно опыт был большой, скажем так, в годах. Но еще раз, это у всех по-разному бывает. Ну, а как вот быть все-таки с теми, которые приходят к вам, просто по опыту, по вашему, тех людей, которые вы ведете как учеников? Не все же приходят вот уже настолько подготовлены, что они уже все, и мясо не едят, и курить не курят, и, в общем-то, все аскетический образ жизни ведут, посты и так далее. Не все, наверное, да? А как все-таки это происходит со временем? Я бы сказал, что я сторонник естественности, я сторонник эволюции, а не революции. То есть я не Революция. требую, что вот все, завтра прекращаем есть мясо, там курить и вот и так далее. Я говорю о том, что доверьте своей душе и отделите реальные потребности от привычек, потому что есть некие психические привычки, которые мы испытываем, ну, не потому, что нам это нужно реально, а потому, что мы привыкли испытывать определенные ощущения, то есть это какая-то программа ума. И по мере медитативной практики, вот сами собой эти программы начинают потихонечку уходить. И человек, например, он ну, просто становится меньше зависимым от сигналов органов чувств. Вот, собственно, пратьяхара, да, одна из ступеней. То есть
Становясь менее зависимым, например, от вкуса, он зато становится гораздо более восприимчивым к чему-то другому. Ну вот, например, к некой красоте жизни, там, полноте жизни, да? Когда ты постоянно голодный, условно говоря, и там думаешь, чтобы поесть, это одно состояние. Когда это тебя отпускает, и ты открыт моменту здесь и сейчас, это другое, и, как правило, гораздо более тонкое и кайфовое состояние. И хлебнув, так сказать, из чистого колодца, потом не захочется пить из лужи. И вот эти вот многие чувственные удовольствия, они просто уходят сами в процессе практики, но это идет со временем. То есть уходят на это месяцы, годы. То есть, а у кого-то там мгновенно он один раз почувствовал мне нечто новое и взял там, бросил курить. Вот. Но я к таким вот курению я не так не смог избавиться от него. А вот мясо, да, то есть очень Ну, легко. в прошлом, все равно это в прошлом. Да, в прошлом. Да. Понятно. Ну, хорошо, Сергей, вы знаете, у нас это очень интересно, то, что вы рассказываете, но я полагаю так, что мы не уложимся, есть много вопросов, и, конечно, вам рассказать, вы рассказали и описали, это заняло, в общем-то, достаточно большую часть нашей программы, а вот так вот потихонечку, поэтапно проходить, вот было бы это интересно на каких-то этапах и потихонечку, постепенно вот проходить курс, который вы предлагаете вашим ученикам, потому что, я полагаю, так много найдется людей, которые хотели бы научиться и уйти от каких-то вещей, которые им мешают, конечно. Потому что сейчас все больше и больше людей, они задумываются над тем, кто действительно, кто мы есть, и, в общем-то, информации много поступает. Только ее действительно так много, и столько много разновидностей и медитации, то, что называется медитация. Вообще-то говоря, я бы сказал так о том, что, ну, я тоже, в общем-то, и занимаюсь, и много читал. Существует 300 тысяч вариантов разных медитаций. Но, по сути дела, это не медитации, а это все релаксации. А медитации, как один человек, который тут приезжал, довольно известный человек, проживающий в России, правда, но он объездил весь мир и у нас бывал много раз в Соединенных Штатах. И он говорит, медитация есть на самом деле только одна. Это медитация на имя Господа Бога. Вот это медитация, потому что когда ты медитируешь и произносишь его имена или имя, тогда ты, в общем-то, связываешься на тонком уровне с Всевышним. А ну тут это тогда это совершенство. Там не надо ни к чему готовиться, надо идти. Вот как скажем, существует много разновидностей йоги. Ну, вот мы сейчас говорим об восьмиступенчатой, аштанга-йога, там, йога-сутра Патанджали, но ведь существует бхакти-йога. А бхакти-йога это да вообще не надо себя истязать и не заниматься и асанами, и пранаямами, а вот просто. Ну, медитировать, будем так говорить, на имя Бога, произносить мантры, маха-мантры и так далее. И эта система, этот путь, эта бхакти-йога вознесет нас как лифт вот прямо сразу сходу. То есть можно как бы идти по ступенькам, по пролетам, подниматься с этажа на этаж, со ступеньки, да, действительно, 8 этажей, мы пришли туда, а вот можно сразу на лифте, сразу взлететь. Вот так как бы считается. Вопрос заключается в другом, с моей точки зрения, поскольку я как бы знаком с этой системой, но знаком не столько, я не вознесся, могу сразу сказать, поэтому мне трудно судить, но я просто могу анализировать. Самая главная проблема во всем этом деле заключается только в одном. Мы не готовы просто. То есть не готовы. Находясь в этом мире, ну, если бы мы сидели, может быть, там где-то в пещерах в Гималаях или в кельях монашеских, и у нас не было бы возможности ничего испытывать соблазны этой материальной жизни, может быть, было бы полегче. Но сейчас это сложно, это возможно, это сложно, и, конечно, люди пытаются. Но главное вот препятствие именно, мне кажется, вот это. Ну, еще раз, эта тема и обсуждение не на одну программу, я так полагаю. А время у нас в эфире уже заканчивается, к сожалению, и поэтому давайте мы на этом остановимся. И наши радиослушатели, которые нас сейчас слушают, и которые нас увидят в YouTube и на Facebook, поскольку все программы у нас записываются, они, наверное, выскажут свое мнение.
И мы посмотрим, как они отреагировали на наши программы, вот эту программу, и продолжим более детально, возможно, в следующих программах. Надеюсь, у вас будет такая возможность. Мы встречаемся где-то раз в неделю. Ну, если вы никуда не уезжаете, и будет такая возможность, то мы встретимся на следующей неделе. Мы с вами обсудим этот вопрос, день и час нашей следующей программы. Ну, а сейчас я хотел бы все-таки попрощаться, поблагодарить вас за ваше время. Спасибо, все было, без сомнения, очень интересно. Ну, и наших радиослушателей, которые слушали сегодня эту программу. А интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» сейчас на этом этапе прощается с нашими радиослушателями. Живого эфира имеется в виду. Ну, а наши координаты такие: 847-226-9956. Skype Сангейтс 108, Сангейтс солнечный оборот, на конце буквы S, Сангейтс 108, и это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, Facebook, это тоже Сангейтс радио, можно это набрать, и вы увидите все эти программы, и в YouTube. Благодарю за внимание и за возможность высказаться. Да, всего доброго, всего доброго, всего вам хорошего на этом очень трудном пути продвижения и обучения. Вам тоже. И всем, да, слушателям успехов во всех начинаниях. Спасибо большое. До новых встреч.